Свое выступление могу оценить на 8 баллов из 10. Соперникам все отдаю 10 баллов, очень сильные ребята. В целом доволен своим выступлением, хотел немножко больше собрать, но, видимо, повлияла разница во времени. Дома я в это время только просыпаюсь, скорее всего. Ну, а так в целом доволен. Ну, у тебя за спиной уже были рекорды России, ждем мы тебя еще. Да, конечно, будем стараться снимать новые рекорды, идти к новым килограммам, для этого и тренируемся.